Всем привет! Давно не виделись. Ну что ж, новый день, новый проект. Я пришла на съемочную площадку сериала «Когда умрет любовь». И сейчас мы будем снимать первую сцену. С меня будет все начинаться. Кстати, очень многое для меня здесь будет впервые, но все по порядку. Ну вот, поднялась я на площадку. Сейчас в квартире будет происходить съемка. Как же мне нравится кухня, когда столешница прямо под окном. В принципе, это моя мечта. Может быть, я когда-нибудь у себя переделаю кухню. И сделаю вот так. Потому что это просто чудо. На следующую сцену необходим живой сверчок. Но с этим возникли проблемы. Вообще. Я вообще не вижу. А вот где он? Вот он. А, вот это длинненький. Да. Вот это тот сверчок. Вот он. Вот он, да. Тараканчик такой. Как тараканчик. Ну, вообще, конечно, странные. О, пошевелился. Да он сейчас... Это тот сверчок, которого сейчас будут, да, ловить. И из-за которого будут бить потом все горшки. С которого... Как я сейчас держу и сразу попадаю. Все, я попробую. Чтобы не тебе палец, конечно. Просто у нас одна попытка. Чего? А он там один? Это что, сверчок настоящий, что ли? Ну, да. Конечно. Сейчас они будут его убивать. Я, конечно, всегда знала, что ты жестокий человек. Да не, ну я так не... Ты что, я в очках даже не вижу его. Сейчас я сам быстро. Вот называется подготовка сцены. Сколько сложностей. Боже, я думала, что вы какого-то искусственного... Да нет, вот живого, а теперь же это надо его как-то... Что-то у меня совсем. Они же ими же кормят рептилий. Теперь хотят сделать... Его просто прямо там оттуда вытащить и на иголочку его насадить, для того, чтобы он не убежал, чтобы он попал в кадр. Операция продолжается. Куда тебе боится? Я не вижу его, тебе еще раз говорю. Надо же так, чтобы он не сбежал. Ага. На, стой. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Может, окно закрыть на всякий случай? Стой. Там доктор. Стой, держи. Взял? Стой. Ты сдохла, блядь. Да тебе дохлого? А, он съел его уже, блядь. А что, они едят друг друга? Да. Ух ты, я не знала. Если они их не кормят, то они как бы вот это... Теперь мне надо точку. Боже, я в шоке. А покажите мне его поближе. И вот это он шевелится на этой штучке. Уже не сбежит. Не сбежит хоть? Уже никуда. На следующий день. Шикарный костюм мне, конечно, подобрали. Вот такой шикарный кардиганчик зелененький, блузочку, брючки. Вот такая барышня будет ехать на дачу. А вот это просто у меня утепляшка, потому что сегодня ночная смена. Сейчас 23:00, и мы снимаем возле Днепра, и очень много комаров, поэтому я утеплилась. Запомните меня красивой сегодня, вся эта красота. Дама будет обливаться кровью. Обливать кровью будет вот эта прекрасная девочка. А это моя машина после аварии. Кстати, в такой сцене я снимаюсь впервые. Мало, да? Офигеть. Надя, можешь проводить. А мы идем. Ага, вот та машина, в которой я сейчас буду ехать. Но поскольку я не умею водить, то меня будут просто сейчас катать в машине. Лена. Да. Так, ну что мы тут делаем в машине-то? Мы заклеиваем всякие штучки, да? Готовимся к съемочке. Машинку ставим на ручни, чтобы она не сдвинулась с места. Сейчас будет идти дождь. Вот, а я буду рулить. И вглядываться в дорогу. Ну и вот таким образом произойдет авария, после которой моя героиня погибает. Ну, роли бывают короткие. Ну, хотя и это тоже надо сыграть. Пожелайте мне удачи. Так, над камерой уже раскрыли зонтик. Вот он. И сейчас будут проверять пожарные машины. Приехали, будут пускать воду, проверять, как идет дождь и как это все на камере выглядит. Над камерой зонт для того, чтобы она не намокла. Один,
Вот идет подготовка полным ходом. Технические вопросы решают. Потом у меня еще будет очень страшный грим. Переходим мимо нашей игровой машины, пожалуйста, обходим, потому что у нас сейчас идет тест водонасоса. А, вот тест водонасоса. Интересно как. Ну что ж, сцена обещает быть интересной. Ну вот и дождь. Ребятки, готовимся к съемке, внимание. Да, да, машина, хлопушка где? Давайте. Внимание, мотор, камера. Лен, там рулем будешь чуть-чуть доворачивать. Вот так чуть-чуть. Не больше, да. Вот так? Ну да, это же ты просто это, подправляешь и едешь по прямой. Ага. Приготовились. Начали, всматриваемся. Черт, да, дождь все сильнее и сильнее. Смотришь, чуть-чуть вперед, больше подайся. Да, хорошо. Еще одна встречная. А ремень одела? Нет. Ремень безопасности? Нет, не одела. Смотрим. Так, плохо, ни черта не видно. Встречная. Еще больше вперед подайся. Стоп, так, хорошо. Вот так это выглядело на мониторе. Ленусечка, ну вот скажи, пожалуйста, вот мы с тобой сколько дружим? Смотри в зеркало. Скоро 39. Вот, скоро 39 лет. Мы с тобой в одних спектаклях играли. Правильно? В одних фильмах снимались. Ну, например, вспомни тот же самый «Донбасс». Да, да, «Мистики» как... сколько раз. «Мистики». Но мы в кадре, в фильме ни разу не сталкивались. Сегодня первый, да. Впервые будет сегодня. На площадку нас везут машинкой. И сказали, что морально должна группа подготовиться. И физически, потому что едут актрисы. Вот эта сцена, в которой мы впервые столкнулись на площадке. Клубника у нас высший класс. Так, ну вот две сцены мы сняли. За сколько мы сняли? Ну за час, наверное. За час. Вот уже все нам поаплодировали. Наши съемки в этом фильме окончены. Да. И мы теперь благополучно идем в гримерку, костюмерку раздеваться, разгримироваться и ехать домой. Спасибо этому проекту за новый опыт. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.